1930 году ударная съемочная группа, в состав которой вошли режиссер Гаврюшин, помощник режиссера Петрова, оператор Скачко и администратор Владимиров, отправились на восток, в древнейший город, который считается ровесником Древнего Рима. Город – перекресток культур, некогда центр мировой науки и упоминаемый в священной книге зороастризма «Авесте». Тот самый город, который когда-то был завоеван Александром Македонским, в котором в средние века располагалась столица могущественной империи Тамерлана – Самарканд.